Друзья, всем привет! Мы в Ульяновске. Прямо, конечно, не с корабля, но с самолета на бал. Мы приехали сразу же на регистрацию чемпионата России, который проходит у нас в этом замечательном городе. Очень большая арена. Надеюсь, сюда придет хотя бы один зритель, потому что обычно этого не происходит. Ну, конечно же, спортсмены будут поддерживать друг друга, и кто выступает в разные дни, в разных номинациях, чтобы как-то убить время, приходят поболеть, посмотреть. Им это интересно. Будут ли здесь жители города? Будут ли жители города, конечно, огромный вопрос. Скорее всего, нет. Если иначе, то это потрясающе. Если сюда придет хоть пара человек просто так посмотреть, значит, федерация делает свое дело, которое прописано в уставе, популяризирует вообще здоровый образ жизни, в частности, спорт, фитнес, бодибилдинг. По участникам. В целом, последние годы был постоянный рост выступающих ребят. В частности, конечно, новые номинации, всевозможные женские. Сейчас тоже появились, да, еще крылья. Думаю, выглядит должно это красиво, вживую сам. Еще ни разу не видел, а вы уже видели на канале. Я тоже на канале не видел, я свои ролики не смотрю, если быть честным. Просто на это нет времени, поэтому если я какую-нибудь гадость скажу или глупость, вот единственный вот этот. Алексей за это отвечает, поэтому если он какие-нибудь гадости выкладывает, вы мне пишите в директ, в личку, в инстаграме, ссылка есть внизу, я с ним по этому поводу поговорю. Итак, сейчас Леша поднимет вам немножечко бледненьких жопок, еще без грима, вот, возможно, даже без каблуков. По форме вижу пацанов, регистрируются, скорее всего, сейчас классик, физик, крепкие ребята, прям, ну, хорошая категория в целом. Все-таки, не забывайте, это чемпионат России, это самые сильные любители планеты. Вот как ни крути, лучше, чем наши любители по бодибилдингу, спортсменов нету, что не может не радовать. Осмотритесь, а я приеду вечером, покажу вам, что же получилось с Дэном Бажановым. И давайте сейчас сыграем в игру. Нажимайте после этого на паузу, напишите, что же случилось с Бажановым. Итак. Он опять упал с самоката, у него опять прохватил понос, или у него грипп и высоченная температура. Пишите в комментариях, а вечером мы узнаем, что с Денисом. Сибирян. Просто мои приветствия, мистер Стив. Друзья, мой, ну прям вот. Просто ты честно выглядишь, это раз. Во-вторых, мой добрый друг Денис Кинюцин. Добрый, потому что щеки большие. Сейчас проходит чемпионат России, но Денису один фиг плевать на это. Сейчас он вам опять расскажет, какой крутой будет следующий сибирян. Что у него будет 72 дня турнира по бодибилдингу. 329 стран. Не, но мне, кстати, вы видели, как классно? Заценили сцену, да, какие экраны стоят? Заценили сцену. А ребята заметили одно. Сибирян нужен, знаешь почему? На Сибирине везде есть портрет Халецкого, а здесь нет. Да, родной, я поеду поем, я только с самолета. Расскажи ребятам, что будет, как будет здесь. И действительно, не забудьте, что весной вы должны быть вот тут. Кто тут не был, бодибилдингом не занимался. Ну, весной будет классно, у нас уже все готово, у нас супер составы во всех категориях. У нас впервые все понятно за 7 месяцев до турнира, поэтому в Сибириан Пауэр Шоу пропустить нельзя. А всю информацию будет чуть позже, я сейчас ничего рассказывать вам не буду. Но будет офигенно. Лучше, чем в том году? Намного. Тот год был, понимаешь, с точки зрения организации, как меня, как я организовываю, 23-й год мы провалили все. Все, что должны были сделать, мы завалили. Мы потратили огромное количество усилий, мы подготовились технически невероятно круто, и мы смогли из-за ряда там факторов в самом конце мы смогли угробить все. То есть, поэтому... А там уже все пошло, дай бог, хоть, это знаешь, как делаем хорошо, хреново и так получится, там уже, пошло не так, как хотели, и пошло не так, как хотели. В следующем году исправимся. В новом году будет новая сцена, новые площадки, будет круче. We'll be right back.
бы сейчас хлопнул. Короче, получилось как-то все не очень. Хотя пофигу, что в воскресенье у нас выход, но, понимаете, мы сегодня прилетели. Мне в 4 часа нужно было выехать в аэропорт. В 7 у нас самолет, 2 пересадки. Пока заселились, туда-сюда, голодные, поехали в Ашан, закупились. Я за сутки спал 1 час. Короче, я отекший, форму мне стыдно показывать, я ее покажу только Руслану. Тяжей нету. Все говорят, какие-то суперкачественные, да и только я один жирный. Ну ладно. Сейчас меня опять сольют, как всегда. Завесился 119, ну потому что отекший. Все, теперь стал заполнить анкету. Грим оплатил. Книжка есть. Короче, опять содрали все деньги с меня и все, придется зарабатывать. Ну вот, все. Да, видно отекший вообще просто. Отекший видно. Прям отекший. Сейчас все скажут, о, зашибись, сочный, как надо. А то переслился, как обычно. Друзья, всем привет. Ну что, Денис влез в категорию. Это было непросто. Сохранить 20 килограмм мышечной массы. Он свыше 100, все в порядке. Ничего не изменилось. Ну да, выглядит на самом деле большим и сочным, но в действительности очень видно по голеням, в частности. Ну, прям отекший. Обезжиренный. Суше, чем был. Отек, но при этом, вот сможете сейчас заметить, вот в целом, даже сейчас с отеком, мы в этот раз, давайте, кстати, у нас был уже конкурс до твоего прихода, что случилось с Денисом. Он упал с парашюта, сломалась ножка стула, Денис отравился шаурмой, которую ел ночью втихаря, или Денис заболел? Я простывший на самом деле сейчас. На самом деле он заболел, он с ним нормально разговаривает. Когда мы с ним общались еще в Санкт-Петербурге, у человека отсутствовало дыхание через нос. В общем, у Дениса трудности закаляют характер. Выглядит на самом деле хорошо. Жесткий, глубже. Задача была, и действительно, мы сейчас между турнирами довольно-таки обильно питались. Задача стояла кушать. Мы понимали, что на разумном обмене веществ. Ну, жира не появилось, даже Дэн Суши в целом. Тренировки были усиленные, увеличенный объем тренинга, увеличенный объем питания. В целом задачу стать объемнее мы получили. В бедрах видно, что бедра стали, знаете, они не стали же суши, ребята. Это объем мышечного волокна более наполненный, от этого визуально больше глубина. Дальше нам, вот теперь задача попасть в воду. И не переслиться. Ну давай, потому что мы не пересольемся, потому что мы без ям, мы кушаем. Мы кушаем стабильно, главное опять вот тут уже новый регион, там новая вода, но Денис снежная гоночная машина, с ним нужно аккуратно. Но думаю, уже таких там критических вещей не будет. Да, кстати, отдельно хочу обратить внимание ваше все-таки на центральную зону, на мышцы пресса после операции. Вы видите это по шрам, да, его не видно под гримом. То есть то, что у него он как бы держит талию, пресс сам по себе. Потому да. Что я еще пью сегодня 8 литров воды. Да, мы сильно воду тоже там не резали в этот раз, и так сильно резать не будем, будем решать там по ходу дела. Но вот в этот раз мы идем более наполненными, более по режиму, кстати, как раз таки профиков. Возможно, для Дэна это будет и лучше. Покажешь немножечко по форме? Двойник. Особую концентрацию короче, даем на ноги. А знаешь, что попробую сделать? Знаешь как? Вот смотри, поставь носки не так широко изначально, поставь их чуть уже. И начни пытаться порвать ковролин. То есть носки уже, а именно тазобедренные и колени разверни наружу. На узкой стопы. Можешь боковые показать? Я хочу посмотреть, как ты. Давай, смотри, не забывай. Собирай межреберные, то есть на них немножечко давай. И на выдох. Потому что у тебя в боковых позах чуть-чуть. 30 отошел. Да, потому что тут не хватало. Ты его натягивал. И оно было. У тебя ты сухучий, а вот ты его так держал. Ты его чуть-чуть собери. Ты можешь мне голову, так, чтобы она оказалась, собери, еще повернись немножечко, на выдохе, чтобы была вот так голова, жопа и пятка, выдыхай, вот, собранными, да, теперь бицепс сбоку. Что
чуточку опусти его, чуточку пониже. Не задирай сильно высоко и развернись. И выдохни опять. Да. А то так, ну, получается, оно высоко очень. Да. Вот, блин, на самом деле вот пол-литра воды, чтобы ушло только и все надо. Вот больше не надо, чтобы уходило. А ты можешь эту ногу выставить чуть-чуть вперед и на нее чуть наступить? Вот прям больше вперед, не сбоку, а чуть вот, вот сюда ее поставить. Вот сюда. И на нее так надавить и развернуть. Давить вот так? Да. Колено подсогнутое. Да вот у тебя периодически вот тут начинает играть как бы елочка такая, значит, хорошая. Ну как ты ее как-то включаешь? Как-то она сама включается местами. Ты можешь сейчас пресс-бедро также ноги оставить и сделать пресс-бедро? Все, отдыхай. Делай. Практически никого не осталось, регистрация подошла к концу. Давайте, по помещению. Большое, удобное, куча места, это класс. Хладыбан лютый, это ледовая арена. Прям реально сейчас холодно. Еще, наверное, не отопительный сезон, мне так кажется. Наверное, отопление должно здесь быть. Или его завтра включат, на самом деле все будет максимально комфортно. Сегодня все замерзли, но задачу никого сегодня согревать, готовиться к выступлениям и не было. Сцена огромная, яркая, красивая, куча места в зале, которое наверняка не пригодится зрителям, которых не будет. Но вы болеете за бодибилдинг, смотрите, поддерживайте. Главное, занимайтесь сами собой, своим саморазвитием, улучшением своей физической, ментальной и умственной формы. Всех обнял, пальцы вверх, поделитесь с друзьями.